Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня поговорим о остром перце под названием Black Pearl, черная жемчужина. Еще один красивейший сорт декоративного острого перца, черная жемчужина. Его плоды напоминают черный жемчуг. Очень красивый сорт, очень красивые плоды, листва темно-зеленая. Вот это вот листва образовывалась, росла, когда было летнее яркое солнце. Сейчас уже октябрь, листва немножко бледнее, более зеленого цвета. Листочки мелкие, фиолетового цвета, поникшие. Этот сорт очень хорошо подойдет для выращивания как в комнатных условиях, так и в огороде. Зрелые плоды становятся красными, созревают от черного до красного. Можно использовать его в кулинарии для приготовления любых блюд, кто любит пищу поострее. Срок созревания этого сорта составляет от 90 до 100 дней. Высота кустика от 30 до 40 сантиметров. Вот так выглядит зрелый плод черной жемчужины. И вот так вот он выглядит в разрезе. Толщина стенок около 2 мм. Очень сочный, приятный вкус. По шкале Сковила его острота составляет около 30 тысяч единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Подписывайтесь, заходите на канал. Буду знакомить вас с другими сортами острого перца.